благодаря вот такому потрясающему набору ручной работы. Керамический набор, чайный набор как раз для церемонии чаепития. А называется «Приятный вкус». Лот 24043. Целый набор. Посмотрите, здесь есть и чайник, и сахарница. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть вот таких вот чашек всего лишь за 990 рублей. Знаешь, я иногда говорю цену и так думаю, ну как это возможно? За ручную работу. Да, за ручную работу. Это керамика, керамика. А потом, я же понимаю, откуда у нас поставки. Я понимаю, что мы напрямую договариваемся с производителями. Мы избегаем различных таможней, логистических перевозок, магазинов, дополнительных продавцов. Дополнительные эти траты мы просто выкидываем и договариваемся напрямую. Поэтому скидка такая грандиозная. 1000 рублей. Ой, ну как она хорошо смотрится у тебя в руке. Очень удобная чашка объемом 300 миллилитров, которую можно использовать запросто как для чаепития, так и, например, для того, чтобы попить кофе. Очень удобная. Причем, смотрите, это ручная работа. А ручная работа, это значит, где-то могут быть какие-то отличия. Потому что невозможно без конвейера сделать вот все прям тютелька в тютельку, чтобы было одинаково. Этим и отличается продукция, которая выполнена именно индивидуально. То есть вы получаете вот такой вот шикарный набор из 8 предметов ручной работы, для того, чтобы в вашем доме процедура чаепития, церемония чаепития возобновилась. Итак, смотрите, 6 чашек объемом 300 миллилитров. Очень удобный заварник, в котором именно заварник. Не пакетики чая, вот эти вот, которые мы привыкли покупать и заказывать. То есть вот эта вот дорожная пыль, как мы ее называем. Посмотрите, ничего общего с натуральным чаем она не имеет. Вот эта вот пыль, которая якобы имитирует вкус чая, никогда не сравнится с правильно заваренным чаем вот в таком вот заварнике. Тем более у нас есть чай в комплекте к нашему чайнику, который идет. Приобретая все вместе, например, чайный сервиз, наш давай чайник у вас получается целый комплект. Какой чай, с какими натуральными сушеными овощами и фруктами вы получаете. То есть вот такие чаи, которые не имеют, как они называются, так и ароматизаторы идентичны натуральному. Только натуральные ароматизаторы, только натуральные вкусовые добавки, которые входят в этот чай. Посмотрите, почему он такой разноцветный и красивый? Да потому что все листики в нем, это настоящие высушенные. Я читаю, кусочки сладкого яблока, лимона, лепестков мелиссы и подсолнечника. Апельсиновый аромат создается благодаря тому, что как раз нарезанные фрукты у нас здесь идут и высушенные. Это так удобно, так практично. Остается 44 штуки. Посмотрите, как может раскрыться чай непосредственно в таком именно заварнике. Когда вы завариваете правильный чай. То есть, смотрите, небольшой совет. Когда вы заказываете вот такой вот набор глиняный, из натуральной глины, ручной работы, окуните его сначала на несколько минут в холодную воду. То есть глина должна впитать в себя влагу. А потом просто вылейте ее. И дальше вы можете использовать. Представьте, как удивятся ваши друзья, знакомые, когда вы вместо разнокалиберных кружек во время чаепития вынесете вот такой вот сервиз. Артем, я никогда в жизни не пробовала этот чай, но могу сказать, что он великолепен. Это что-то невероятное. Даже вот просто у него просто такой запах, чай, как у тортика. Просто что-то волшебное. Посмотрите, вы создаете атмосферу у себя дома. Остается всего лишь 37 таких наборов. Напоминаю, что уже 35. Все происходит очень быстро. У нас и чайник в наборе, и сахарница в наборе, и 6 чашек ручной работы из керамики. Цена была 2000 рублей, по сути. Сейчас цена 990 рублей. Ваша выгода в нашем прямом эфире, если вы позвоните прямо сейчас, благодаря тому, что у нас тотальная распродажа склада поставщика, будет всего лишь цена для вас. 990 рублей за набор, за целый набор. И сахарница, и чайник, и 6 чашек. Остается все меньше и меньше, 33 штуки. Звонок бесплатный, напоминаю, телефон многоканальный. Формируйте все в одну корзину до 0 часов по московскому времени. И потом уже посмотрите список
своих товаров. Я думаю, вряд ли вы от чего-то захотите отказываться. Да, обратите внимание на вот такую вот удобную ручку. То есть многие выбирают чашки по принципу, чтобы помещался туда палец. Ну, конечно, можно взять чашку вот так вот, как для эспрессо, например, если вы двумя пальчиками маленькую чашку держите. Но здесь чашка объемом 300 миллилитров. И то есть очень многие выбирают сервизы, да и отдельно чашки, чтобы помещался палец. То есть вот в эту чашку, вот в это ушко поместится даже палец довольно-таки крупного мужчины. Ну вот у меня 110 килограмм. Ой, я это сказала. Да, палец мой поместился. Посмотрите, 990 рублей, уже 28 штук осталось. 24043 номер лота, ручная работа, и чайник, и сахарница, и 6 чашек. Неудобно. Ароматный, вкуснейший чай, который может раскрыться непосредственно только вот в таком вот красивом, удобном чайнике. Ну, а заварник, посмотрите, он очень большой, он очень вместительный. То есть, соответственно, если вы заварите довольно-таки крепкий чай, а потом будете просто разливать его как заварку и разбавлять кипятком, то из вот этого заварника хватит как минимум на 2 раза разлить чая по 6 чашкам. То есть, соответственно, на 12 чашек хватит этого. Ну и вместительная сахарница. Конечно. Тём, пока мы с тобой чаёмничаем, остается все меньше и меньше. 23 штуки всего. А я тебе могу сказать, что я вот в таких чашечках с удовольствием, либо в чайничке, сделала бы еще настойку из трав для того, чтобы потом сделать кубики льда для лица. Очень тоже хорошо полезно. Тем более в керамике это все хорошо насыщается, хорошо пропаривается травки. Тоже очень полезно. Дополнительный такой бонус от меня. Ну, конечно, благодаря вот такому набору вы можете использовать его как непосредственно для чаепития, вот, так и для нетрадиционной медицины.